Продолжается традиционный субботний вечер испанского футбола на НТВ+. Вы знаете, хоть нам подтвердили, что картинка матча Испаньол-Реал будет у нас обязательно. Тем не менее, я вот этого момента нервничал, пока не началась трансляция. Да, ну вот они продолжают. Все на свете. Показывают. Сейчас, кстати, вот трансляции всех трех матчей испанских, которые шли одновременно, они запустились с одним и тем же интершумом. Можете себе представить? Вот такие были ребята молодцы. Сейчас у них ведь с комментатором опять сидит. Ну, в общем, вы чувствуете, что, не знаю, может, там праздник какой в Испании сегодня. Может, вчера был праздник, может, завтра будет праздник. Вот. Не знаю. Что есть, то есть, господа. Вот. Как на это влиять, я лично не знаю. Ну, непрофессионализм коллег мы видит весь мир таким образом сейчас. Пусть им от этого и кается. Начинается игра Испаньол-Реал. Бернд Шустер на скамейке запасных мадридского Реала, естественно. И вот-вот я смогу познакомиться с составами играющих команд. В общем-то, уже и могу. Что, ничего сделать не удается нам, да? Понятно. Ну, ладно. Скрипя зубы, испортили мне вечер. Спасибо коллегам испанским. Ну, будем надеяться, что футболисты нам доставят удовольствие. Ехал на работу, попал в театр абсурда. Ну, хорошо. Повторяю, это звук, который мы получаем из Испании, другого нет. И я имею в виду моих, наших с гостей, коллег в дружественном стране Испании. Состав команд я сейчас прочитаю. Ну, и мы с нетерпением ждем, когда же испанские телекомпании перестанут ругаться друг с другом, и будем смотреть таких матчей больше. На этом все. Для вас работали Константин Генич и Василий Уткин. До свидания. Играйте в футбол. До свидания, доброй ночи. Смотрите чемпионат Испании на канал «Хансер Плюс».